Компания Nivea разработала бутылку-крышку нового лосьона для тела, используя на 50% меньше пластика по сравнению со стандартной упаковкой лосьона для тела Nivea. Новый флакон очень тонкий и имеет дно уникальной формы, которое можно легко сжать и плотно свернуть, чтобы уменьшить его объем в мусорном баке. Удалить остатки лосьона из флакона значит облегчить переработку. Бутылка полностью пригодна для вторичной переработки после использования. Транспортировка продукта с завода в магазины также является более экологичной, поскольку новый дизайн улучшил использование поддонов за счет более тонкой и легкой упаковки.